лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Прикоснуться к тебе, мое легкое бремя, ты подружка моя и сестрица. Наша юность брела по задворкам решающих битв, где остыла зала и где в истине всякий не стоек ни огня, ни тепла, ни глотка покаянных молитв, топографии голых безбытных сквозных новостроек. Но сдвигалось пространство от первого слова, когда мы как братскую чашу пускали стихи, в круговую сияла нам вечность, немым размыкая уста. И не надо нам было судьбу и отчизну другую. Кто сказал мытарям то, в чем сами они не волены? Отпускается вам, так ступайте и впредь не блудите ж. Мы пошли по домам, как солдаты, устав от войны, и очами сердец угадали невидимый китеж. Когда утренний ангел в назначенный срок вас зовет, и неведомый день станет тем, чему дадено сбыться, я по кромке востока прослежу твой небесный полет. Мое бремя благое, ты подружка моя и сестрица. Та-да-да-да-да-да. Подружка моя и сестрица. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях поэт, член Союза писателей, автор-исполнитель, матушка Людмила Кононова. Здравствуйте, дорогие зрители, соотечественники и друзья телеканала «Союз». Ей помогает лауреат международных конкурсов Юрий Боболев. Рад вас видеть, матушка Юра.
еще раз в этой студии. Вы сегодня пришли с чем-то новым. Да. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Ну, жизнь идет. И пришли поделиться новым творчеством, новыми своими планами. Да. Я всегда с радостью, вот, когда узнаешь, когда вы появляетесь на горизонте, всегда хочу вас залучить к нам на передачу, потому что понимаю, что это ценно и, ну, и для вас самих, и конечно, для зрителей, которые ждут, знают. Да, батюшка, мы сейчас вот вспоминали с вами перед передачей, что 3 года назад я здесь была, в этой студии. Мы записывали с вами передачу. Это был 14-й год. Это как раз было время, тоже октябрь, когда я записывала последний по времени выхода альбом «Мамина молитва». И с тех пор я полюбила Петербургский союз и вашу передачу. И с радостью, конечно, мы приходим сюда. И действительно, за это время и сюда, в Петербург, мы привозили, и в Москве. Сделано много программ. И они удивительным образом сами как-то выстроились к одной и той же дате, к которой мы уже приближаемся. Угу. Мы приближаемся к Красному дню календаря, к 7 ноября, к 25 октября по старому стилю. Когда произошел Октябрьский переворот, произошел он именно здесь, совсем недалеко от стен Лавры. И странным образом получается так, что 7 ноября у меня здесь в Лавре будет концерт. Я надеюсь, что это вот как-то тоже не случайно. И тоже итог того, что наработано за эти 3 года, мне кажется, так. Как-то совпало у вас. Совпало, потому что я начала делать программы на радио «Радонеж» в цикле «Свет русской поэзии». Мне очень интересно вот та мысль, почему в конце 19-го и начале 20 века родилось вот просто целое созвездие больших поэтов. Вот такой небесный десант какой-то был на Россию спущен тогда. Я задалась вопросом, почему именно так, потому что больше такого не повторилось. Пока еще в России, да, хотя, конечно, много талантлива Россия и много одарена поэтами. Но тогда вот какие-то мощнейшие фигуры. И им было дано пройти искушение Серебряного века – заявить о себе в этом веке серебряном, стать знаменитыми, без своей собственной воли перейти в век железный, тем, кому было это дано пережить вот эти вот и революцию, и гражданскую войну, и время гонений, репрессий, тем, кому было дано оставаться здесь, большим поэтом, тем, кому было дано уйти в изгнание. И первой программой в ряду этих программ была программа, посвященная Борису Пастернаку, которая называлась «Духовный поиск и духовная поэзия». Она интересная очень, потому что она парадоксальная, потому что поэт, он же, в общем, такой человек, как мы с вами, ну, просто у него таланта много, да? Есть какое-то некое иное видение, как бы он сверху видит некоторые события тогда, когда он достоин видеть. Мне стало интересно, что дало им, этим людям, силы в нечеловеческое время оставаться самими собой, при этом кому-то обрести веру заново, кому-то обрести ту веру, которую он исповедовал в детстве, через потерю ее, прийти к ней уже вот в ином качестве. А кому-то просто пронести ее в течение жизни, как Анне Андреевне Ахматовой, потому что она была человеком верующим, об этом все говорят. Она и в сталинское время, проходя мимо храмов, на них всегда крестное знамение, так сказать, накладывала, и тем раздражала очень и своих близких, которые боялись за нее и за себя. Вот. А это не было рисовкой, это было таким настоящим, вот в то время настоящим таким
маленьким проявлением, таким малым таким подвигом исповедания веры в те времена, да? И когда я погрузилась в эти судьбы, вот в судьбу сначала Пастернака, сделала программу на радио «Радонеж» двухчасовую, за ним потянулась вот как бы и Анна Андреевна Ахматова, потому что мы питались. В безбожное время они нам свидетельствовали, они несли слово истины. Вот так им было дано, при всей их человеческой слабости и немощи, и грехах. Да. Да, и падениях. Да. И поэтому для нас их опыт наиболее важный, ценный, потому что он живой, живой. Душа проходит, ну, одни и те же испытания, и мы то же самое. Да, вот интересно, нас кто-нибудь будет изучать? Вслед за ними. Да, да, вот. Как мы писались на Союзе. Да, и вот потянулась, значит, Анна Андреевна, после этого сделана была программа, которую назвала «Кити Жанка». Она сама себя так назвала в поэме «Всея земли». Это поэма, которая появилась уже, когда репрессии начались. И она сама себя так назвала. Вот она тоже осознавала, что же такое происходит. Потому что осознать это было можно только вот на уровне уже не бытовом, не материальном, таком вот на уровне душевно переходящем уже в духовный. Что произошло с страной, происходит со страной, со мной, да, как испытывается душа. И было ясно, ей-то было уже ясно тогда, что это была такая Голгофа. Для страны это была Голгофа, для нее это была, для души, для каждой, разная. В то время, когда уже сын арестован и так далее. Удивительно интересно оказалось с этой точки зрения рассмотреть, с того, как Бог ведет душу. Вот жизнь больших поэтов. Первое имя – это Николай Туроверов, стихи которого я знаю с 99-го года. Познакомилась, восхитилась, обрадовалась, начала петь. Песня у меня получилась на его стихотворение. И вот когда уже я стала делать программу о нем, вот повторю, не я это сказала, возвращение в нашу культуру, в нашу литературу и нашу жизнь поэзии поэтов русской эмиграции и есть настоящее окончание гражданской войны. Потому что через эти личности, через этот человеческий, жизненный и поэтический труд мы получаем ответы, что же на самом деле тогда происходило, и какие человеческие качества, какие уровни мы утратили. Вот. Николай Туроверов. И, может быть, тогда мы сейчас вот вместо того, чтобы вот говорить много, я просто сейчас попробую то, что совсем мало знакомо. А вот перед тем, как вы споете, стихотворение. Вы скажите, вы будете... Это будет представлено на вашем концерте. Да-да-да. Вот как раз эта тема, она и будет звучать на концерте 7 ноября в Лавре. Она будет носить название концерт «Два крыла русской поэзии». То есть мы с вами держались одним крылом вот тех, кто здесь были свидетелями происходящего. И притворяли, превращали вот этот вот помоечный коммунальный быт советский, вот в золотые слитки своих строф поэтических. И второе крыло русской поэзии – это те, кто оставались там в изгнании, те, кто превозмогали эту жизнь. Вот это же вот тоже какой-то тот быт русской эмиграции, да, тоже пытались осознавать, прожили жизнь с честью до самого конца. Не отказавшись, как говорил Арсений Несмелов, стихотворение которого мы офицер, поэт эмиграции в Китае, то есть вот это один из лучших поэтов вот того крыла русской эмиграции, тоже совершенно почти неизвестный. Вот он сказал, я ушел через все вот эти вот наши потрясения, через все провалы наших поражений, но не отказавшись от борьбы. Вот. Вот эти русские воины, эти воины действительно, то есть они были офицерами, но они еще были воинами
державшими оборону русского слова там. Спою сейчас стихотворение, которое на вот предыдущей программе, представленной в театре «Странник», оно еще было стихотворением. А сейчас я ее запела, и пою я ее, конечно, совершенно в русле казачьих вот этих песен, гармоний. То есть и не дерзну сказать, что я сочинила музыку, потому что оно как-то внутри содержится. Называется «Товарищ», написано в 28-м году. Просто послушайте, какое видение у 29-летнего человека, потерявшего родину, какое понимание глубины произошедшей трагедии. Такого в России не было у поэтов оставшихся, почти не было у тех, кто в эмиграции был. И у нас практически нет и сейчас, потому что, приходя на передачи, вот я просто сталкиваюсь с тем же самым, кто за белых, кто за красных. Стихотворение называется «Товарищ». Перегорит костер и перетлеет, земле нужна холодная зола. Теперь никто напомнить не посмеет о страшных днях бессмысленного зла. Нет ни болезнями, лишениями и кровью, утратою горчайшей из утрат мы расплатились братскою любовью. С тобой, мой незнакомый брат, с тобой, мой враг, под кличкою «Товарищ» встречались мы, наверное, не раз. Меня Господь спасал среди пожарищ, да и тебя Господь не там ли спас. Меня Господь спасал среди пожарищ, да и тебя Господь не там ли спас. Обоих нас вела рука Господня, когда, почуяв смертную тоску, я весь в крови ронял свои поводья, а ты в крови склонялся на луку. Я весь в крови ронял свои поводья, а ты в крови склонялся на луку. Тогда с тобой мы что-то проглядели. Смотри, чтоб нам опять не проглядеть, не для того ли мы оба уцелели, чтобы вместе за Россию умереть. Не для того ли мы оба уцелели, чтобы вместе за Россию умереть. И вот, в общем-то, это такое пророчество. В 28-м году он уже предчувствовал 41-й год. Потому что и те, кто сражались за красных, и те, кто сражались против них, вот, встали против единого врага, потому что Николай Туроверов сказал в 41-м году: «Не могу же я, донской казак, воевать против своей России», и пошел в иностранный легион и сражался против гитлеровцев в Африке,
в составе вот иностранного... А сколько ему лет тогда уже было? Значит, 41-й, ему было 42. 42? 42, молодой это человек. В силах, то еще как. Вот так вот. А второе имя, вот, конечно же, обо всех-то я не могу там сказать, но я говорю, скажем, о таких вот крупных именах, как Георгий Иванов, прозвучат его стихи, его песни, на стихи его, Марина Цветаева, которая написала потрясающий цикл «Лебединый стан», в то время, когда муж ее был в добровольческой армии. Ну, вот знаете, в то время... как говорят, в окопах неверующих не бывают, у всех, так сказать, все встает на свои места, и у нее был тот момент, когда вот она вот такие удивительные, поддерживающие строки тогда писала. Может быть, мы тогда сейчас споем ее, да? Я сейчас спою песню как раз из цикла «Лебединый стан». Морозная, вымороженная... Зима 19-го года страшная. Она с двумя детками, с двумя дочерьми. Одна из них умирает в приюте, вторая тоже смертельно болеет вот в этой вот холодной квартире. Муж в добровольческой армии. И она пишет своей дочке Але. А музыку на эти стихи написал петербургский автор – Валерий Егоров. «Лебеди». Лебеди, а лебеди ушли, а вороны остались. Куда ушли, куда и журавли? Чтоб крылья не достались. Динь-дон, 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 мадон. А папа где? За нами сон, сон на степном коне сейчас приедет. Куда возьмет на лебединый дом? Там у меня, ты знаешь, белый лебедь. Динь-дон, 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 мадон. Проникновенная песня. Дальше появилась еще программа, посвященная Александру Николаевичу Вертинскому. Трехчасовая передача на радио «Радонеж». И мы говорим в этой передаче, я говорю, о нем именно как о поэте. Не просто, извините, пожалуйста, вот как это, расхожая какая-то такая декадентская финтифлюшка, как многие считают, который манерные какие-то песенки пел, а как о поэте, который смертельно любил родину.
и свидетельствовал об этом и своим возвращением, и стихами, которые написал здесь. Эти стихи я читаю, эти стихи я пою. В этой программе, конечно, другие песни другого времени и периода его. И поэт русской эмиграции Арсений Несмелов, о нем я делаю программу, но стихи его звучат. Арсений Митропольский, Арсений Несмелов. Он старше на 10 лет Николая Туроверова. Он ушел уже поручиком на войну 14 года. Он участник, как говорят, окопной войны, то есть он в окопах был 1,5 года, он вполне вкусил вот этого всего, и уже таким боевым офицером, награжденным, у него уже были Георгиевские кресты, 4 наградами награжденными, с ранениями, он принял участие в восстании юнкеров, которые защищали Кремль, защищали Москву. В течение там чуть больше недели они держались и противостояли установлению большевистской власти в России и Москве. Стихотворение Арсения Митропольского, Арсения Несмелова. «Отважный горстки юнкеров, ты не помог огромный город. Из запертых своих домов, из-за окон в тяжелых шторах ты лишь исхода ждал борьбы и каменел в поту у страха, и вырвала из рук судьбы победу красная папаха. Всего мгновение момент упущен, и упал со стоном, и тащится интеллигент к совдепу с просьбой и поклоном». И вот мне дано было, благодаря моим драгоценным музыкантам, вот благодаря участию Павла Пиковского, потому что таланты, они, конечно, наполняют и поддерживают, сделать музыку на стихотворение, которое написано в этом эпицентре, которое написано в 25-м году, что драгоценно. То есть это живое свидетельство того, что происходило. Спаси Господи, дорогие мои. Передача заканчивается. У нас в гостях был член Союза писателей, поэт, автор-исполнитель Людмила Кононова и лауреат международных конкурсов Юрий Боболев. До свидания. До свидания.